Що робити, коли всі навколо втратили до тебе довіру? Що значить підвіз школьний спонсор? І як зберегти родину через чужі наклади? Я її вб'ю! Ну і що із того, що вас вигнав муж? Самодільні відкритки. 27-річна Марина Черненко працювала методистом у звичайній міській школі, у якій одного дня організували доброчинний ярмарок. Збирайте відкритки. Деньги, виручені з ярмарки, пойдуть на бібліотеку. Да, ух ти, тоді мені ось цю, будь ласка. Ігор Орлов був депутатом районної ради і брав активну участь у спонсоруванні школи. У мене не буде здачі. Смотри, класно. А я ще не встиг нічого продати. Разве это проблема? Сдачу можно поцелуйчиком. Классно, и прикольно какая. Я сейчас разменяю. Я бы не подумал, что в наше время можно кого-то такими милыми шутками смутить. Девушка, да? А я вот эту забираю. Алло. Спасибо. Женя, да, со мной. Со мной, со мной. С одной стороны, я была рада выручить такие деньги. Но с другой я недоумевала, кто эти люди, которые выложили такую сумму за ерунду. Впрочем, вскоре мне предстояло познакомиться с ними поближе. Заступником директора школы працював чоловік Марини, Аркадій Черненко, який був значно старшим за дружину. Слушай, откуда такие деньги? Ну, у меня только что было двое покупателей. Вот они. Слушай, так нужно ж... Сразу Ивановичу похвастаться. Ну что? Пусть премию нам выпишет. Не знаю, может там нагрузку какую дополнительную даст, ну и зарплату повысит. И в общую кассу. О, аккуратнее. Вот зараза. Марина Евгеньевна, как вы? Простите. Вот, пожалуйста, садитесь. Спасибо, Денис Михайлович. Пожалуйста. Конечно, идея с благотворительной ярмаркой хорошая. Но почему в спортзале? Ну а где же еще? Народу много помещается. И вообще, между прочим, я столы сам таскал. Спасибо вам за хорошую мебель. Ну извините. Ух ты, какие красивые. Это мои дети делали. Правда? Ну, теперь буду знать, у кого растут самые талантливые ребята. Денис Михайлович, да. Можно вас? Ага, да. Извините. В школе ко мне относились, мягко говоря, холодно. Коллеги считали, что на работу меня устроил муж, и сама по себе я ничего не стою. Именно поэтому поведение нашего физрука Дениса сразу показалось мне подозрительным. Наступного ранку директор школи зібрав учителів на нараду, щоб підбити підсумки благодійного ярмарку. Поздравляю вас с прекрасно проведенной ярмаркой. Спасибо, Тарасич. За отличную выручку я назначаю ответственной за работу с родителями и спонсорами Марину Евгеньевну, методиста. Поздравляю. Спасибо, Виктор Иванович. Также в этом комитете будут Денис Михайлович. Спасибо. Леся Сергеевна и Наталья Васильевна. Спасибо. Ну, Марина Евгеньевна человек ответственный, справится. Тем более, что она работает под моим началом. Я ей буду во всем помогать, подсказывать, где надо. Ну да, конечно же. Молодым везде у нас дорога. Наталья Васильевна, вы что же не согласны с назначением директора? Ну почему же не согласна? Согласна. Ну вот и славненько. Вы можете возвращаться к своим прежним занятиям. Меня впервые в жизни отметили, повысили. Тогда я была счастлива. А для вас, Марина Евгеньевна, у меня даже есть первое поручение. Да? А, семья Долгих пообещала сделать спонсорский взнос. И вот по этому адресу вы можете поехать к ним, пообщаться. Прямо сейчас? Да. Удачи. Спасибо. Знала бы, как это счастье мне еще аукнется. Добрый день. Марина Евгеньевна. Я. Мне сказали, что спонсорством школы занимаетесь вы. Я хочу стать вашим официальным спонсором. Меня зовут Игорь, фамилия Орлов, но буду общаться только лично с вами. Простите. Я хотел сказать, что
С вами мне будет гораздо приятнее общаться, потому что от старых училок у меня аллергическая реакция. Вы рассказывайте, не стесняйтесь, что нужно вашей школе. Знаете, нам нужно купить новые учебники для младших классов. И еще энциклопедии. Энциклопедия 2. Ой, простите, пожалуйста, я совсем забыла. Мне нужно ехать. Давайте, может быть, мы с вами позже встретимся. Или я вам перезвоню. Слушай, давай я тебя подвезу. Говори адрес и поехали. Извините, мне недалеко. Я пешком. Пешком? Как хочешь. Я на днях заеду. Всего доброго. До свидания. Кажется, Марина Ильина, вы зацепили спонсора. Сама не знаю, почему в разговоре с Игорем я так разнервничалась. Он так нежно на меня смотрел. Про те, що Марині вже вдалося знайти заможного спонсора, невдовзі дізналася вся школа. Мариночка Евгеньевна. Да. А это к вам Игорь Юрьевич приезжал? Да. Обещал помочь школе. Надеюсь, что сдержит слово. Мариночка, сдержит обязательно. Я его еще ребенком помню, мы по соседству проживали. Вы знаете, он однажды так мне помог. Сына устроил сторожем работать. Дай Бог ему здоровья. Вообще очень хороший человек. Спасибо вам, тетя Тоня. Мне было неожиданно приятно услышать доброе слово о спонсоре. В моей жизни не было никаких событий, только дом, работа, дом. Я была счастлива только со своими детьми. Муж, я его очень уважала, но запретить себе думать о новом знакомом я не могла. Завдяки старанням Марини того дня на потреби школи пощастило зібрати близько 4000 гривень. Твої успіхи оцінить Іванич, а оскільки ти у мене в підчиненні, он назначит мне шикарную надбавку. Да? Я как-то об этом не думала. А напрасно. Об этом надо думать в первую очередь. Марин, я тебя прошу, выжимай ты из этих спонсоров побольше денег. Олигархам все равно. Мешком денег больше, мешком меньше. А нам польза. Аркадий, ты так говоришь о богатых людях, как будто они вовсе не люди. А я смотрю, ты распоясалась, а? Тебя повысили. Но ты не забывай, кто ты и что ты. Приятного аппетита. Спасибо. Как же мне надоели хитрые схемы мужа. Да, он перевез меня из села в город. Он уважаемый человек, зауч, есть квартира. Но вскоре это стало никому не нужным. Наступного дня, заклопотана справами, Марина вирішила затриматися на роботі. Тож поверталася вона додому без чоловіка. Марина, это тебе. А какой повод? Ну, разве нужен настоящему мужчине повод для того, чтобы подарить букет красивой девушке? А вообще-то есть. Знаешь, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Может быть, в ресторан? Ну, я не могу. Меня дома ждут. Ну, я не принимаю отказ. Ну, хорошо. Нет, Игорь, я не могу, извини. И букет взять не могу. Это вам. Спасибо. На ранок у Марини докорінно змінився настрій. Внутрішню радість було просто неможливо приховати. Жінка знала, завдяки кому почувається такою щасливою. От списки родителей, які теж хочуть нам допомогти. Ой. Маріша, що з тобою сьогодні відбувається? Ти сама не своя. Скажеш теж. Все в порядку. Ну-ну, я вижу. Привет. Алло. А кто это? Это Игорь. А откуда у тебя мой номер телефона? Ай, блин, разведка донесла. Ты же знаешь, Марина, что для меня нет ничего невозможного. В общем так, я жду тебя в машине возле школы. Но у меня еще есть неоконченные дела. Марин, ради тебя я отменил важное совещание. В общем так, безоговорочно я тебя жду. Ну хорошо, выхожу.
Ну, теперь-то ты точно не отвертишься. Кто это тебе звонил? Гэс, извини, пожалуйста. Ты не обижайся. Я тебе потом как-нибудь расскажу. О, привет. Привет. Ты хотел что-то обсудить? Это сюрприз. Надеюсь, приятный. Потому что мне нравится, когда в твоих глазах сияет радость. Знаю, это было глупо. Но ведь, да что там говорить. Я замуж вышла девчонкой. Детей родила в 20 лет. От Аркадия слова доброго не услышишь. А тут такой мужчина похищает меня среди белого дня и куда-то везет. Мне было совершенно все равно куда. И о последствиях я не думала. А зря. Прошу вас. Марина, знакомься, директор издательства Антон Абрамов. Мне очень приятно. Молодец, что пришел. Рад тебя видеть. Я наслышан на вас от Игоря. Присаживайтесь. Чай, кофе? Да нет, Антон, мы спешим. Хотя, Марин... Нет, спасибо. Вот у нас вышла новая энциклопедия. Если она вам подойдет, то мы можем подарить вашей школе. Как? Энциклопедия просто прекрасная. Ну, слишком дорого. Ну, Марина, если эта книга понравится школьникам, а, и тем более тебе, то я готов за это заплатить. Правда? Конечно. Я была на седьмом небе. Новая работа получалась. Иваныч был мной доволен. Да еще и щедрый, прекрасный Игорь рядом. Игорь, спасибо тебе большое. Да не за что. Я предлагаю прямо сейчас отметить это событие в ресторане. Мне как-то неловко. Ты и так такой большой подарок сделал в школе. Поехали и точка. Спасибо. Ты безумно добрая и очень красивая. Ты же ведь понимаешь, что в настоящее время это довольно большая редкость. Не знаю. Мне кажется, что таких женщин, как я, очень много. О чем ты рассказываешь? Настоящие девицы просто такие стервы. Они же только и занимаются тем, что из папиков бабло выкачивают. Не все женщины такие. Ты не такая. Поэтому я хочу, чтобы ты была со мной. Ну, понимаешь, о чем я? Игорь, не нужно. Я тебе неприятен, да? Нет, ты очень приятный мужчина, но я замужем. Отвези меня домой. Если честно, был момент, когда я хотела сдаться. Игорь был таким галантным, но какие бы натянутые отношения у меня не были с мужем, я бы не смогла ему изменить. Забувши про час, Марина поверталася додому пізно ввечері. Вона й уявити собі не могла, що на неї чекатиме вдома. Явилась, не запилилась. Ну і де тебе черти носять? Чому телефон відключен? Я, наверное, забула включити його після встречі. Після якої встречі? Ти подумала, що люди скажуть? Шляєшся, чорт знає где.
Ради, извини, я... Да что мне твои извини? Ты о детях подумала? Я отключила его во время встречи с директором издательства. Он подарил школе энциклопедии. Правда? Так с этого надо было и начинать. Молодец, хорошо работаешь. Ой, да плевать ему было на самом деле, где и с кем я была. Лишь бы это никак на нем не отразилось. Добрый день. Как поживает самая прекрасная женщина в мире? Здравствуйте, Игорь. Как-то неожиданно. А я просто не хотел тратить время на пустую болтовню по телефону. Хотел лично посмотреть ваши прекрасные глаза. Хочу сделать школе подарок. Внести, как говорится, взнос. Да. 15 тысяч гривен. Игорь, ты шутишь? Да нет, я же серьезный человек. Спасибо. Я сейчас распишу расписку о принятии денег. Так. Давай, распишитесь. Понял. Понимаешь, а? Игорь! Или ты правда считаешь, что я тебе должен деньги давать просто так? Ну, ты у меня еще попляшешь. Не родилась еще такая баба, которая бы мне отказала. Алло. Да. Что случилось, Аркадий? Что? Да. Еду, еду. О, что-то случилось. Ты передумала? Умничка. У меня дочка заболела. У нас сейчас дома скорая. Мне нужно срочно ехать домой. Я тебя очень прошу, отвези меня домой. Ладно. Я сегодня добрый. Поехали. Денис Михайлович, я забыла в методкабинете закрыть сейф с деньгами. Вы не могли бы подойти и закрыть его сейчас? Там ключ в замке. Хорошо. Спасибо большое. Давай возьмем. Вот где-то примерно в таком уровне. Ну ты посмотри, совсем обнаглела. С любовником, при муже. А я что говорила? В тихом омуте все черти водятся. Прям под школой, прям со спонсором. В машинку и поехала. На глазах у мужа. Ну, девочка. Ігор відвіз Марину додому та поїхав, нічого їй не сказавши. Жінка вважала, що неприємний інцидент вичерпано. Проте вона помилялася. Привіт. Спить, не буди її. Що з нею? Неужели ты за 7 лет не можешь запомнить, что дочь твоя аллергик? Аркадий, не время поясничать. Если тебе действительно интересно, приезжал доктор, сделал укол. Кате легче. Что-то не то съела. Кстати, интересно, а как ты так быстро добралась домой, а? Меня подвез школьный спонсор. Что значит подвез школьный спонсор? Потому что ты не школьный, а твой спонсор, а? Что ты такое говоришь? С каких пор это ты разъезжаешь на джипах?
Решила изменить с денежным мешком, да? Забыла, что это я вытянул тебя из забитого села в город? Устроил школу к себе на работу, да? Ты как ты можешь такое говорить? Да ты сам просил меня вытягивать деньги из спонсоров! Ничего, ты у меня еще будешь знать свое место? Уранці засмучена Марина пішла на роботу. Проте у школі на неї чекали нові неприємності. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам разговор. Да, какой? Марина Евгеньевна, хотел бы вас похвалить. За что? За 15 тысяч. Откуда вы узнали? А мне лично Игорь Юрьевич рассказал. Сейчас вам придет физрук, дадите ему 2000, он купит спортинвентарь. Хорошо. А вообще, Марина Евгеньевна, ваши отношения со спонсором идут на пользу нашей школе. Виктор Иванович, у меня нет никаких отношений со спонсором. Ну что вы, голубушка, не надо оправдываться. Хорошего дня. Мне было очень неприятно слышать эту клевету. Еще не хватало, чтобы ее и муж услышал. Здравствуйте. Как вспомню, о какой ерунде тогда я волновалась, смешно становится. Привет. Вся школа, значит, в курсе, а мне ни слова. Ты о чем? Как о чем? О твоем романе со спонсором. Нет никакого романа. Мариш, ну загуляла. Ну с кем не бывает. Ну чего ж бедную овечку себя строить? М? Здрасте. Здрасте. Марина Евгеньевна, вам Иваныч, наверное, говорил, мне денег нужно взять. А, конечно. Что вы будете покупать? Ну, для начала планируем докупить футбольных мячей. Еще нам нужны обручи, гантели, скакалки. Где деньги? Что? Где 15 тысяч? Куди зникли гроші? Та як діятиме Марина? До методиста Марини Черненко залицяється заможний спонсор, який виділив 15 тисяч на потреби школи. Але гроші раптово зникають із сейфа кабінету Марини. Як складеться доля жінки після таких подій? Що ви будете покупати? Ну, для начала планируем докупить футбольных мячей. Еще нам нужны обручи, гантели, скакалки. Где деньги? Что? Где 15 тысяч? А я откуда знаю? Как откуда вы знаете? Вы же этот сейф закрывали. Да, я закрывал сейф. На этот ключ. Но денег я не брал. И конверт этот там лежал, но я в него не заглядывал. Что ты такое говоришь? Да ты деньги украл, ты вор! Ты что, глухая? Я не брал денег. Думай, что говоришь. Денис Михайлович никак не мог украсть деньги. Он очень давно работает в нашей школе и никогда никаких проблем. Марина Евгеньевна, а вы вчера одна уходили из школы? Какое отношение это имеет к краже? Отвечайте. С Игорем Юрьевичем. Но это дело не касается. Касается. Марина Евгеньевна, а давайте на чистоту. Почему бы вам не воспользоваться дружеским отношением Игоря Юрьевича? Ведь он для вас еще 15 тысяч не пожалеет. А может быть и больше. И все на благо нашей школы. Да как вы смеете? Вы что здесь, сутенерством занимаетесь? Милочка, это мой кабинет и моя школа. И здесь вы будете играть по моим правилам. И не подумаю. А не нравится? Увольняйте. Вы отстраняетесь от работы до выяснения обстоятельств. Это вам ясно? Аркадий Семенович, загляните ко мне. Виктор Иванович, вызывали? Аркадий Семенович, лично я отношусь к вам очень хорошо. Но то, что творит ваша жена, не вписывается ни в какие рамки.
Что случилось, Виктор Иванович? Марина Евгеньевна украла крупную сумму спонсорского взноса. 15 тысяч гривен. Более того, она спит со спонсором. И об этом вся школа уже гудит. Виктор Иванович, такого быть не может. Аркадий Семенович, разберитесь, пожалуйста, со своей женой. И тогда, надеюсь, мы останемся коллегами. Вы понимаете, о чем я? Я ее убью? Вот ты где, воровка, проститутка. Я не позволю выставлять меня идиотом. Сегодня же собираем родки к матери в деревню с детьми, ясно? Аркадий. Что? А может, это не мои дети? У меня, между прочим, аллергиков в роду не было. Как ты можешь такое говорить? Слушать ничего не хочу. Дурань! Спонсору своему бате заливай. Дешевка. Маринка. Після такого приниження Марина вирішила не гаяти часу та покинути чоловіка того самого дня. Мам, ми куди йдемо? А де папа? Папа занят. Йому зараз не до нас. Ти ще здесь? Всі вещи собрала? Могу при дітях ні. А ти дітей сюди не приплітай. Ключі. Оставь. Папа, пусти нас. Мы хотим домой. Папа я или не папа вам, еще неизвестно. Да? Я бы простила Аркадию все, что угодно. Но унижать и обижать детей, это уже было слишком. Тогда я была точно уверена, к мужу не вернусь никогда и ни за что. Марину та її дітей погодилася прихистити в себе вдома її подруга Леся, від якої нещодавно пішов чоловік. Єлі-єлі уложила. Все время спрашивали о папі. Маріш, ну яка ж ти дурьоха? Ну здався тобі этот козел старий. А от спонсор твой, отличний мужик, замутила би з ним роман і горе б не знала. Да ти що? Я що, шлюха какая-то? Марин, в твоей ситуации с двумя детьми на улице, тем более Игорь, очень видный мужчина, я бы сама с ним с удовольствием замутила. Тебе нравится? Ты и мути. Может, Леся и была права, но я бы не смогла спать с мужчиной из-за его денег. Да и никто из нас не знал, на что еще способен Игорь. Прийшовши до школи наступного ранку, Марина ніби потрапила в самісіньке пекло. Всі колеги вже знали і про зникнення грошей, і про її стосунки зі спонсором, та ще й про те, що чоловік вигнав її з дому. Вивести у чоловіка нету. Здравствуйте. Доброго утра. Марина Евгеньевна, а хотите совет? Зря вы переживаете. Ну и что из того, что вас выгнал муж? Зато у вас такой богатый любовник. Наталья Васильевна, это мое личное дело. Ну да, ну да. И пропажа денег – это тоже ваше личное дело. Да не крала я никакие деньги! Деньги украл физрук! Вот не надо обвинять только честного человека. Почему вы мне не верите? Не брала я эти деньги. Конечно, не брала она. Ангел просто. Я прекрасно понимала, что коллеги мне не поверили. Но мне надо было доказать, что это физрук меня подставил. Здравствуйте. А я вас целый день сегодня ищу. Здравствуйте. Денис Михайлович, давайте поговорим откровенно. Давайте. Я уверена, что деньги украли именно вы. Угу. И какие у вас доказательства? А все очень просто. Именно вы организовали всю эту благотворительность. Именно вы надеялись на то, что в школе появятся спонсоры и что принесут деньги. Хорошо, что вы работаете методистом, а не детективом. Все это домыслы. Вилами по воде писано.
вы докажите, что это не так. Я не подумаю. Я денег не брал. Точка. И это уже не смешно, Марина Евгеньевна. Доказательств, конечно, у меня никаких не было. Я надеялась, что выведу его из равновесия, и он проболтается. Но, похоже, так только в книжках случается. Тогда все было против меня. Привет, красотка! Соскучилась? Привет, красотка! Соскучилась? Если ты домой, могу подвезти. Нет, спасимо. Ой, боже, какие мы несговорчивые! А я слышал, проблемы у тебя. Так вот, если бы я захотел, их бы стало у тебя в 3 раза больше. Но так как ты у нас хорошая девушка, то я все проблемы быстро могу решить. Игорь, я не нуждаюсь в твоей помощи. Мне нужно идти. Вот, блин, бабы, а! Почему вы такие дуры, а? Ну зачем мне отказывать, если ты уже у меня на крючке? А, извините. Марина хотіла якнайшвидше потрапити додому, щоб розповісти Лесі про погрози Ігоря. Проте жінка геть не була готовою до того, що сталося наступної миті. Тимур? Мама! Тимур, а ти що тут робиш? А чого ти так удивляєшся? Я усе вдома. Где Леся? Лесі нет. Слышал, ти от мужа ушла? Значит так. Забирай своих малолеток и тоже вали отсюда. Мне проблемы с твоей Аркашей не нужны. Я не представляла, что делать, куда бежать и у кого просить помощи. Мне холодно. А я есть хочу, давай вернусь. Опинившись на вулиці з дітьми, Марина була у відчаї. Їй нікуди було йти. У село до батьків їхати вже запізно. У нічний час туди вже не ходили автобуси. Алло. Это Денис, учитель физкультуры. Марина, нам нужно поговорить. Денис, что вы от меня хотите? Вам что, мало, что я, по вашей милости, осталась без крыши над головой с 2 детьми? Вам мало? Марина, где вы сейчас находитесь? Где я нахожусь? Где? Я нахожусь в парк Шевченко. У меня даже сил с ним спорить не было. Приеду, так приеду. А вообще, я была так зла, что хотелось хоть на ком-то оторваться. Поехали, переночуйте у меня. У вас? Да ни за что. Не хватало еще, чтобы говорили, что я у физрука ночую. Тоже мне благодетель нашелся. Если бы вы деньги не трогали... Да помолчи ты. Нравится здесь стоять? Стой. А если дети заболеют? Так. Поехали, я вас к своей маме отвезу. Нет, мамочка, мы с тобой. С каких это пор мы с вами на ты перешли? Что ж ты нудная такая? Поехали. Я и подумать не могла, что мне вызовется помогать человек, виновный в моих бедах. Наверное, он хотел загладить свою вину. Это я так думала в тот момент. Проходите, проходите. Раздевайтесь, проходите. Ой, вот сюда в рукавчик, да. Мам, привет. Привет. Знакомьтесь, это моя мама Ольга Дмитриевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Мам, это моя коллега Марина и ее дети. Какое-то время они поживут у тебя, хорошо? А как вот этих малышей зовут? Меня зовут Катя, а меня Сережа. Очень приятно. Пошли. Со мной вот сюда, сюда. Послушаем. Давайте, 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 сюда, сюда, сюда. Проходи, не стесняйся. Давай я помогу. Короче, я видел, как вы ссорились. После этого он пошел к Иванычу. Как думаешь, зачем? Понятия не имею.
Слушай, а вспомни-ка, что было, когда ты положила деньги в сейф? Марина погано пам'ятала події того дня, адже те, що сталося, її сильно приголомшило. Я більше нічого не пам'ятаю. Он к тебе приставал? Да он чуть ли не матом меня обругал, когда я его толкнула. Наступного дня у школі Марину знову викликав до себе директор. Жінка була впевнена, що її змусять звільнитися за власним бажанням. Здравствуйте. Прошу, проходите. Ко мне вчера Игорь Юрьевич приезжал и интересовался деньгами. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я? Да. Но я... Марина Евгеньевна, мне не нужны проблемы со спонсорами. Вы должны вернуть всю пропавшую сумму. Виктор Иванович, ну где же я возьму эти деньги? Вы же знаете, сколько я зарабатываю. Это ваши проблемы. Расписка о получении денег находится у меня. И в случае чего? Но вы же умная женщина. Вы найдете деньги. Свободны. Случилось? Ничего. Иваныч требует 15 тысяч вернуть. Где я их возьму? Мне даже продать нечего. Так, успокойся. Я продам свою машину. У меня девятка хоть и старая, но, думаю, 15 тысяч за нее можно получить. Как-никак мы с тобой вдвоем в этом замешаны. Так, а ну быстро в спортзал. Быстро, быстро, быстро. Поговорим после урока, хорошо? После. Денис, я... Риточ, ну и как тебе в роли спонсорской подстилки, а? Що задумав Аркадій проти дружини? Та як складеться доля Марини? Двадцятисемирічну Марину Черненко звинуватили в крадіжці 15 тисяч гривень зі шкільного сейфа. А чоловік вигнав її з двома дітьми на вулицю. Хто виявиться крадієм? Мариночка, ну і як тобі в ролі спонсорської підстілки, а? Я переживаю. Не чужая все-таки. Что ты сказал? А ну извинись. Оставь его, Денис. Чего ты меня еще посмотришь? Вы у меня все посмотрите еще. А тебе, физкультурник, это так с рук не сойдет. О, так мы идем на Ромео и Джульетту. Да, хорошо, что не на Отелло. У нас свой Отелло есть. Марина, мне кажется, уже давно ему рога наставляет. Коллеги, а у нас же сегодня 8 Б родительское собрание. А уже пора. Заберу от греха подальше. Это было финальной точкой. Я больше ни секунды не хотела оставаться в этой ужасной школе. Боже! Марина Евгеньевна, может быть, медсестру вызвать? Почему это все против меня? Все думают, что я сплю со спонсором, что я воровка. Даже муж выгнал из дома с детьми. Я что? Что? Что вы делаете? Я скажу правду. У той день, коли із сейфа зникли гроші, прибиральниця стала випадковим свідком того, що сталося. Ну, все и было. Поднимайся, милая, поднимайся, родненькая, поднимайся.
Ну почему же вы сразу обо всем не сказали? Ну как я могла сказать, когда этого негодяя такого еще пацаненком знала? И сына моего он на работу устроил. Тетя Тоня, я прошу вас, расскажите обо всем Иванычу. Не волнуйся, милая, я постараюсь это сделать. Миленькая. Хорошо, дорогая. Я надеюсь. Денис был прав. Как же я сразу не догадалась, что Игорь решил мне отомстить и забрал из сейфа свои же деньги. Выслушавши историю прибиральниці, директор ухвалив непросте рішення. Тетя Тоня, огромное спасибо. Если бы знали, как вы меня выручили. Ты для меня тоже как родная доченька. Славная ты девочка. Марина, Марин, у меня хорошие новости. Я созвонился со своим приятелем, и он готов купить машину. Здрасте. Здравствуйте. У меня тоже хорошая новость. Да? Вор найден. Да? Это Игорь украл деньги. У меня еще и свидетель есть, тетя Тоня. Да? Она все видела. Ну, поздравляю. Раз у нас все хорошо, предлагаю поехать ко мне и отпраздновать. А вот и нет. Почему это? А вот и нет повода отказаться. Ну хорошо, миленькие детки мои, вы отдыхайте, а я пойду, мне еще работы много. Ну вы заходите, хорошо? Мама вам будет очень рада. Всего вам доброго, успех. До свидания, счастливо. До свидания. Иди сюда. Марина хотіла якнайшвидше обійняти дітей і розповісти їм, яка вона зараз щаслива. Адже все було позаду. Марина, майже все. Мені потрібно з тобою поговорити. Наедине. Марина, я все знаю. Ну прости мене, старикан, погорячился, но... Что, ну? Скажи мне честно, ты мне изменяла? Знаешь, я вообще тебе ничего говорить не буду. Думай, что хочешь. Мне все равно. Я ухожу. Завтра же подаю на развод. Что? Какой развод? Марина, что ты такое говоришь? Марина! Никогда бы не подумала, что за несколько дней муж может стать для меня совершенно чужим человеком. Аркадий стал настолько противен, что я твердо решила, что бы ни случилось, я ни за что к нему не вернусь. Неприємна історія скінчилась, і Марині потрібно було вирішити, що робити далі. Зернышко, мені вот это. Какой, какой? Вот это? Да. Держи. Ольга Дмитриевна, спасибо вам большое за ваше гостеприимство. Вор найден, все прояснилось. Поэтому мы с детьми поедем к родителям. А там уже что-то придумаем. Размечталась. Кто тебя теперь отпустит? Ты о чем? Потом поговорим. Наедине. Я послушалась Дениса. И сейчас об этом ни минуты не жалею. Потому что у меня есть теперь счастливая, крепкая семья. А школу пришлось оставить.